Суми – шосте місто, говорять актори, куди приїхав зі своєю виставою театр «Маски Шоу». Поки всі збираються, гумористи вже шуткують. Своїми жартами за стільки років, кажуть, один одному не набридли. І всі, хто к нам приліпають, вони дуже хороші. А ті, які не хороші, вони отліплі ще 30 років назад і більше все. Та що ж таке? Зараз ви бачите кадри з вистави дуету «Мана-Мана», що з'явилися ще в 1985 році. Їх зможуть побачити і сумчани. Для зрителей как-то нам хочется отметить вот все, что мы сделали на сцене за 30 лет, самое лучшее отобрали. В основу легли такие хитовые номера наши, которые зрителям нравятся, уже их зрители запомнили. «Мана-мана», там «Эксцентрический танец», «Умирающий лебедь», «Чашки», «Самовар». Вот. И кое-что новое мы придумали. Все это как-то так воплотили в одну такую сложную техническую оболочку. Попри талант акторський, артисти маски театру мають інші здібності. Борис Барський вміє пророкувати свій день. Розповів, як це робить. Я по природі дуже великий оптиміст, тому у мене є якісь свої суеверія, странності. Если, к примеру, я хочу отнять чего-нибудь хорошего, это не только он должен быть солнечным. Вот я себе представляю, вот я выхожу на улицу, к примеру, иду по своим делам, и первого человека, которого я встречаю, он должен обязательно улыбаться, он должен быть приятной наружности, в нем не должно быть дурака. Если я встречаю другого, абсолютную противоположность, то день будет хороший. А если я встречаю вот этого дурака, я закрываю глаза и говорю, я тебя не видел. Анастасия каже, давно мріяла зустрітися з ними, тож тепер чекає вистав. Мне очень понравилось, потому что, как сказать, я смотрела это по телевизору и здесь теперь вживую видела, ну, как это сказать, воспоминания с детства такое, очень интересно, и они меня очень порадовали, они такие, как сказать, как и раньше, такие огонек с юмором, такие веселые, я, как сказать, с нетерпением жду концерта. Тетяна Юхта, Сергій Сурков, на часі новини.